Глава района и города Владимир Ружицкий посетил частную сыроварню в Октябрьском. Предприятие выпускает 12 сортов сыра. Все они изготавливаются только из натуральных продуктов по итальянским рецептам. С тонкостями производства познакомилась наш корреспондент. Потомственный сыровар Франческо приехал в Россию из маленькой итальянской деревни. В этом деле он уже 37 лет. На родине мужчина оставил семейный бизнес. А все ради того, чтобы раскрыть кулинарные секреты российскому производителю. Мне очень интересно работать в России. Мне нравится передавать свои умения молодым специалистам. Я рад, что мой опыт так ценят здесь. Моцарелла, буррата и рикотта. Всего 12 мягких рассольных сортов производят местные сыровары. Они готовятся из свежего российского молока и итальянской закваски. Рецепты семья Франческо совершенствовала десятилетиями. Главное условие – никакой химии. Вот так люберецкие сыровары под руководством итальянского технолога делают любимый продукт миллионов людей. Сначала молоко охлаждается в той цистерне, затем из полученной гальяты делают настоящий сыр. Но прежде чем натурпродукт будет готов к потреблению, полученную массу ждет еще несколько этапов приготовления. Все это выполняют 6 человек, и они профессионалы своего дела. Я работал долгое время шеф-поваром и тоже в итальянском ресторане. И работал со всеми этими сырами, то есть я примерно знал, как, что это такое и как это на вкус. Всегда было интересно научиться самому готовить. Сыроварня в Октябрьском появилась сравнительно недавно, в июле 2016 года. Импортозамещение в действии. Сейчас почти всю готовую продукцию поставляют в итальянские рестораны столицы. В день на предприятии изготавливают 300 килограммов сыра. У нас таких традиций сыроварень, они как бы есть, но они не очень глубокие. Нельзя сравнить, что есть в Италии, во Франции, в Швейцарии. Здесь вот конкретный предприниматель Кирилл, имея задел в отношениях с итальянцами, он сумел организовать производство. Я ему благодарен именно здесь у нас, в нашем округе, в Октябрьском. Люберецкие власти высоко оценили деятельность местного предпринимателя. В завершении встречи они договорились о содействии и помощи сыроварне. Анна Троян, Никита Скроган, телеканал ЛРТ.